Всем привет, с вами Роман Раскольников. Я играю в игру под названием His War of Mine. Собственно, у нас сегодня вот уже ночь. В прошлой серии я более-менее так справился. Так, мы спасли какого-то мужика, который застрял в развалинах у магазина игрушек. А сегодня мы, наверное, пойдем исследовать аптеку. Так как аптека и булочная у нас новая, мы там еще ни разу не были, пошлите, посмотрим. Возможно, потом в будущем мы вернемся на склад, потому что мы там тоже не все исследовали, мы информацию вообще никакую не получили. А в парке Томми с привидениями, кстати, мы тоже не получали информацию. Но на складе у нас теперь не опасно. Так, ладно, давайте в аптеку отправляемся. Так, конечно же, я с собой беру монтировку, и мы отправляемся добывать. Так, интересно, сбежали ли владельцы? Ну, не знаю, тут, скорее всего... Тут, по сути, должен уже труп лежать брата Адама. Так, ну нет, подожди-ка, что тут у нас имеется? Так, давай все, пока собираем все, что есть. Хотя вряд ли. Так, что тут у нас имеется? Так, похоже, в аптеке не хватает припасов, так и во всем городе. Как и во всем городе. Так, давай еще, что вот здесь есть? Заткнись, придурок, хватит меня этим донимать. Давар, спасибо за поддержку в нашей борьбе. Помогать нашим братьям и сестрам наш долг. Да здравствует Республика Весенняя. Давар, поддерживать повстанцев, это что-то новенькое. Так, лекарства берем. Так, зря я такая, конечно, вот так вот, наверное, спокойно открываю. Ну, в принципе, мы вот слышим, что здесь кто-то находится. Я слышу Тавра и его брата. Давай послушаем, что там есть. Так, послушай, меня хватит. Я кшаться с этими повстанцами. Говорю тебе, ты в опасности. Ты меня запугиваешь, потому что не хочешь остановить. А, потому что хочешь остановить. Армия узнала об укрытии повстанцев, и он так накроется дня на день. Так, информация новая, новая информация появилась. Вот черт, я должен пойти их предупредить. Нет, идиот, ты погибнешь. Так, ты погубишь нас обоих, армия вычистит, кто это сделает. Так, давайте я поговорю. Я могу доложить. В любом случае, я могу доложить. Так. Я могу доложить. Мы не боимся. А, все гораздо хуже, чем я ожидал. У них почти ничего не осталось. А что вы не хотите? Выглядит так, неважно, но помню, что полки здесь были такими пустыми. Так, а что вы не хотите со мной поговорить? Убежище накроет. Я разговор подслушал, я знаю то, что убежище накроет, а вы... Неужели ты не хочешь поговорить? Вот смотри, ты слышала важную информацию. Неужели ты не хочешь расспросить, какой же из тебя репортер? И как мне получить информацию, то, что убежище накроет? Я бы сообщил бы то, что там вот убежище хотят накрыть. Мы это можем сделать. Но нас почему-то не хотят слушать. Ладно, таблетки эти не очень ценные. Теперь нам имеет значение так бинт. Ну ладно, доски мы пока оставим. Возьмем бинты.
Так, тут у нас что? Оружие, компоненты оружия. Ладно, не так уж и важно. Пилить можно было. Ну ладно, тут уже ничего не попилишь. Неужели ты не хочешь информацию заполучить? Смотри, важную информацию. Убежище накроют повстанцев. Ты можешь их спасти. А ты не хочешь с ними поговорить. И мужик с нами не хочет говорить. О, он хочет. Привет, я Эзма. Как дела? Так, Эзма, ты, наверное, слышала, как мы спорили. Слышала, военные говорят, готовят атаку укрытие повстанцев. На укрытие повстанцев? Точно, твой муж должен предупредить всех по радио. Твой брат не согласен. Он сказал, что тогда вы оба будете в опасности. Если мы промолчим, пострадает гораздо больше людей. А ладно, я поговорю с Маликом. Так, ладно, так, какими судьбами здесь? Спасаю вас и повстанцев. А вот с этим мужиком могу поговорить? Так, ты жена радиоведущего, так? А лучше держи рот на замке, если не хочешь неприятностей. Ты мне угрожаешь? Если военные узнают, кто проболтался, они нас убьют. А потом они придут за тобой и твоим безрассудным мужем. Но у меня нет выбора, я в сторону, я должен сообщить. Если военные выиграют, то наоборот, будет только хуже. Так, дилемма. Так, я послушал спор, в котором шла речь о скорой атаке на повстанцев. Мы могли бы их предупредить, но тогда аптекарь и его брат окажутся под угрозой. Но еще хуже будет, если солдат узнает, что это мы помогли повстанцам и придут так мстить. Я попрошу Малика предупредить повстанцев о грядящем нападении на их укрытие, чтобы они могли вовремя скрыться. Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить нового кровопролития. Так, я не стану говорить Малику об аптеке, но повстанцев это слишком рискованно. Атаки повстанцев. Военные будут нам мстить, если мы нарушим их планы. Я сообщу Малику только о нехватке товара в аптеке. Давайте полную информацию, короче. Передать сообщение Малику. Будем войну с военными делать. Ой, проблемы, я сейчас заработаю себе. Ну, в принципе, мне интересно, как будут развиваться события в таком случае. В таком русле. Так, день 13. У меня новости из аптеки. Так, я узнал, что противник готовит атаку на укрытие сепаратистов. Необходимо их предупредить. Так, ну ладно, тогда давайте расскажем по радио. Так, информацию. Так, где там? О, ты до сих пор тут лежишь. Голоден, слегка болен, ранен. Легко ранен. Опечален. Так, ладно. Ты у нас голодна и устала. В принципе, ты еще одну ночь сможешь сходить. Как раз таки в булочную. Так, у нас есть дрова. Я не знаю, почему ты заболел, чувак, ну ладно. Сделай-ка нам еще немного дров. Так, нет, не то. Давай вот так вот сделай. Армия вот-вот накроет укрытие повстанцев в районе Затон.
А, зато. Попробуй послушать, ты вдруг услышу что-то полезное. Так, ты тогда иди, значит, передавай радиопередачу. Так, жители Погорна, срочная новость. Армия планирует атаку на укрытие повстанцев в районе Затома. Передайте всем, кому можете. Ой, сейчас проблемы мы заработаем, конечно. Кстати, я теперь, похоже, понимаю, почему история называется «Последний эфир». Скорее всего, нас будут штурмовать военные, ну то есть дом захватывать. А пока они нас штурмуют и ищут дома, потому что дом большой, чувак будет, наверное, последнюю радиопередачу вести, передавать важную информацию. Так, мы помешали вашим планам. Так, ему нужны таблетки, короче. Он слегка болен. Давайте вот такие таблетки дадим ему. Держи, они тебе помогут. Так, и куда ты пошел? Давай поговорим. Так, думаешь, Адам в безопасности? Я так о нем беспокоюсь. Я беспокоюсь за людей, которых ему могут приказать убивать. Он по-прежнему твой сын. Он отвернулся от правды и слепо предан стране, которая предала нас. Ох, Адам, за что? Так, вы пока не сильно голодны, так что, в принципе, есть пока не будете. Нет хорошей музыки, извини, чувак. Давай немного дров закинем. Так, нет. Иди добывай. Ой, то есть иди попробуй починить гитару, я не помню, почему я не могу починить гитару. Скорее всего, мне надо улучшение построить. Да, мне надо улучшение. А, нет. А, я могу? А почему? Я же гитару вроде находил, или я ее сломал? Так, подождите, я ее продал, скорее всего, за еду. Ну и пофиг. Ну, будешь без музыки, чувак. Я ее продал, походу, за еду. Еда важнее была. Так, теперь мы сходим в булочную. Так, давайте опять возьмем монтировку. Монтировка может пригодиться. Так, интересно, Новак все еще здесь живет? А, Новак. Может быть это? Так, хорошо, давайте мусор скинем. Так, мужик, давай с ним поговорим. Так, вы Эзма, жена Малика, парня с радио? Да, а что? О боже, спасибо вам. А мою жену держали в плену на центральной площади, вы спасли ей жизнь. А как я могу вас отблагодарить? Уверен, мы с трудом перебиваетесь, как и все остальные, а мы только что нашли тайник с едой. Уверен, вы с трудом перебиваетесь, как и все остальные, а мы только что нашли тайник с едой? А чего друг другу одно и то же говорите? Так, надо доски добывать. Дрова, а то у нас заканчиваются.
А... Не знаю, как добраться до этого места. Наверх можно лезть, да? Посмотрим. Так, все. Я понял, как можно туда добраться. Так, взять все. Так, ну-ка давай беги сюда. Эй, я сказал беги. Так, все, она спрыгнула. Ты... Вот что ты вот творишь, а? Как это вот называется? Так. Какая-то информация. Военная рация выглядит новой, но недавно использовалась. Кто-то... Так, вынул батарейку, рядом лежит бинокль, тоже военный. Так. Ух ты, тут какое огромное здание. Блин, я не успею все исследовать опять за ночь. Надеюсь, здесь будет информация для того, чтобы по радио передать. Опять с другой стороны, да? Заперто с другой стороны. Так, тут у нас важная информация. Ящик с армейской маркировкой. В нем есть батарейка, и кажется, она... А подойдет к рации на хижине. Интересно, я типа могу сейчас батарейку вставить или как? Скорее всего нет. Так, воду берем, у нас вода заканчивается. Травы нам не нужны. Так, подождите, а что тут у нас? Там мужик, наверное, ходит какой-то. Это Новак. Это же Новак. Отлично. Значит, с ним можно поговорить. О, это Эзма, привет. Так, на полу валяется куча одинаковых использованных батареек. Кажется, Новак много пользуется рацией. Зачем? Так, очень подозрительно. Ты хочешь обокрасть нас? Нет. Я не знал то, что это ваше. Так, опять коробки с армейской маркировкой. Такие же, как и в комнате сына Новака. Так, давайте все опущим быстрее. Так, что это? Какой-то список имен. Большинство похоже на вышинцев. А рядом, так, в другими, приписка «Сочувствующий». Некоторые имена зловеще вычеркнуты. Значит ли это, что Новак информирует грозненских военных? Я должна выяснить наверняка. Убирайся! Так, хорошо, информация. Так, документ, дающий предъявителю право получать провизию на армейской базе на окраине, но так работает на армию. Похоже, что Новак нужно поговорить. Трудно. Так, тихо. Что ты хочешь? Зачем ты... Так, зачем ты сдаешь людей армейцам? Как ты? Как ты, я? Мне жаль, я ненавижу себя за это. Но я должен обеспечивать сына. Я доносил только на худших или на тех, у кого все равно не было шанса пережить войну. А я никому никогда не рассказывал, кто стоит за радиопередачами. А армия очень хочет это узнать. Эзма, пожалуйста, я не хочу сдавать и тебя, Мы же друзья. Не вынуждай меня это делать. Ты что сделал? Напал на меня. Да какие мы нафиг друзья? Все, мы больше не друзья, давай.
друзья, блин. Все, чувак, у тебя проблемы. Ты напал на репортера. Так, дилемма Эдба. Это немыслимо, но кажется, мой старый друг так продает людей армии. Я могла бы рассказать о нем Малику, но если с ним что-то случится, что станет с его детьми? Уверен, что он пошел это только ради них. Ага, конечно. Только чувак начал меня бить. Короче, все, чувак, ты себе проблем заработал. Ты меня побил, я получил ранение, все, чувак. Хотя на нас тоже он доложит, ну пофиг. Посмотрим, как будут события развиваться. Мы настоящие репортеры, а не те, которые ради рейтинга новости придумывают. Мы только всю правду говорим. Так, ранено, да? Я ходил в булочную, и у меня есть новости. Так, мой друг Ног, бесхребетный информатор армии. Мы должны предупредить людей. Так, очень голодна, сильно устала. Ух ты, она ранения не получила. Отлично. Так, можно еды поесть сначала. Так, ты у нас что тут делаешь? Давай радиопередачу сначала, радиоэфир слушай, потом передавай информацию. Легко ранен, очень голоден. Так, сильно устал. Хорошо, сегодня ты будешь спать дома. По-прежнему ничего говорить. Так, голодна. Так, еды можно приготовить. Так, я немного досок принес, поэтому давайте еще дров сделаем. Сколько тут у нас? 3. Так, а сколько у меня досок имеется? 12. Ладно, давайте 4 штуки сделаем. Так, у меня... Так, у меня возникли некие технические проблемы, так что мне пришлось заново игру, короче... Ну, то есть день перезапустить. У меня там проблемы с оборудованием были. Так, иди поешь сначала. Так, ты... Кто-то за дверью? Нет, подожди, подожди. Там кто-то нам... Ну ладно, иди ешь. Там кто-то нам пришел угрожать, похоже. Так, нет, иди сначала послушай радио. Может, что-нибудь интересное услышишь. Там кто-то ждет. Похоже, этот будет нам угрожать, типа, и ты. Почему вы не хотите взять это? Что взять? Что-то там принес. Это Новак, да? Нет, это на Новака не совсем похоже. У него вроде... Другая одежда была. Так. Привет, у меня хорошие новости. О, отлично, новости какие-то принес. Так, спасибо большое. Я никогда не смогу отблагодарить вас за спасение моей жены, но я принес вам еды. Могу дать 2 консервы. Климент. Согласиться нет. Не, слушай, чувак, у нас пока есть еда. Оставь себе, я думаю, она тебе важнее. Нет, вы точно отказываетесь? А, да. Собирай. Тогда я поделюсь с кем-нибудь другим. Держитесь. Ну да, иди лучше поделись с кем-нибудь другим, а то мало ли, может, там еды кому-то не хватает. Я хочу быть хорошим, короче, репортером, поэтому я буду, типа, хорошие поступки совершать. Хотя, в принципе, еда у нас... Ну, можно сказать, уже заканчивается. Ну, так, 4 дня мы как минимум продержимся. Сейчас мы поедим. Завтра не надо будет есть, послезавтра мы опять поедим, и еще 2 дня можно не есть, если я не ошибся в расчетах. Так, ты, короче, иди,
и передай информацию. Короче, к нам военные придут. А, радиопередача. Пока один помогает. Так, пока одни помогают своим близким, другие заботятся только о себе. С прискорбием сообщаю вам, что Новак, которого мы считали своим другом, сотрудничает с военными и ставит под угрозу жизни своих соседей. Новак, ну ты крыса, теперь ты получишь по заслугам. Кстати, надо посмотреть, что у этих есть. Так, информация. Так, день 13. Это было очень хорошо со стороны аптекаря поделиться с нами сведениями о так грозящей атаке. Он рискнул своей безопасности ради спастанцев. День 14. Я так горжусь Эзмой. Перед ней стал трудный выбор, но она она не дала дружеским чувствам встать на пути правды. Так, а ты что нам расскажешь? Так. День 12. Предупредив повстанцев, мы поставили под удар жизни двух братьев в надежде спасти гораздо больше. Правильно ли мы поступили? Так, день 14. Я понимаю, у Новака дети, о них нужно заботиться, но его поступкам нет оправдания, независимо от их мотивов. Ну, в принципе, смотрите, здесь всего лишь два брата, короче, против многих. Если так судить, если вот судить, типа, по другой, не по морали, а просто, нам выгоднее подставить двоих и спасти многих. Здесь же опять-таки тоже нам выгодно Новака подставить, потому что у других, кого он предавал, тоже могли быть дети. Так что тут спорный вопрос. Так, дай ему поесть. Жаль, что нет больше сигарет. Нет больше сигарет. Бросай курить. Курить вредно, чувак. Ты к тому же вон болеешь, хромаешь. Это плохо, еще хуже на здоровье скажется, чувак. Так что все, бросай курить. Есть, дай ему. Нет добавки. Так, надо дрова сделать, знаете, сколько штук? Надо сделать 5 штук дров. Так, 5 штук надо дров сделать. 3 сюда и 2, и 2 на обед пустить. Так. Так, а можно, кстати, шкафы попробовать порубить. Где тут у нас? Что можно разрубить? А тут, кстати, к сожалению, кстати, не особо-то и много чего можно разрубить. Вот только вот эти два шкафа. Два шкафа. Так, ты у нас тут... Иди, короче, дров забрось немного. Так, ты тогда у нас готов. Пускай у нас готовый суп стоит. Чтоб нас, ну, не... Если вдруг решат ограбить, не украли еду у нас. Так, ты у нас приготовила, да? Иди тогда руби шкафы, они нам не нужны. Где мои сигареты? Так, давай бросай дрова. Так, а ты... Руби давай шкафы. Добывай нам дрова. Хотя, в принципе, можно вот этот стол разрубить, он нам пользы никакой не приносит. Вот этот стол никакой нам пользы не приносит. От него можно дрова только получить. Вот это хотя бы хоть какая-то польза будет. Ты что не обыскиваешь? А, блин, я переключился на Малика.
Так, дрова закинь. А, кстати, дрова мы набрали. Так, ну ладно, я думаю, можно завершить день. А еще на этом можно завершить не только день, но еще и видео. Так, все ли мы сделали здесь? Все, что могли, мы, наверное, да. Все, что мы могли, мы сделали вроде как. Так, ладно, тогда завершаем день. Нам больше здесь... Эй, я сказал, день завершаем. Так. А, она нас... Она у нас сильно устала. Сегодня она будет спать дома. Так, и на этом мы закончим. Эта ночь прошла спокойно. Вот, отлично, ночь прошла спокойно. И на этом мы заканчиваем. А всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.